Итак, мы сейчас на станции находимся почти что у Щербинки. Щербинка, да. Это железнодорожная станция. Спросили сейчас у одной пожилой женщины, как пойти дойти до Подольска. Она сказала, еще всего лишь идти 15 километров, где-то 20, грубо говоря. Угу. Пусть даже. Вот. Там же мы остановимся где-то в Подольске, либо в Климовске на хостеле. Вот. Сейчас нам порекомендовали выйти на шоссе и идти вдоль Симферопольского шоссе. Да. Никуда не сворачиваем, и мы дойдем до Подольска буквально где-то часа через 4, грубо говоря, 5. Ну да, мы прошли уже сколько километров? Да, километр также где-то 15 всего лишь. 15 километров мы уже прошли. Да, примерно 15 прошли. Да. Уже. Ну, часа через 4-5 мы дойдем до Подольска. Да, где-то по нашему расчету в Подольск должны прибыть в 4 дня. Да. 4 часа дня, то есть в 16:00 по московскому времени. Идем, идем, идем дальше. Идем, да.